Всем привет! Сегодня мы поговорим про очень классную утилиту. Это получение доменов из списка URL. Вы можете подписаться на нас, и мы не будем вам с вами рассказывать все новости про все наши утилиты, которые у нас выпускаются. Что же это за утилита? Эта утилита, конечно же, используется для того, чтобы вы могли с легкостью находить домены из больших скачанных списков URL. В частности, вы можете выкачать большой список URL из того же Ahrefs. Например, мы посмотрим списки наших URL. Например, мы возьмем список URL, которые я уже предварительно скачал. Как вы видите, у нас есть Reference Page URL, который мне нужно распределить по доменам. Здесь часто повторяются ссылки, которые являются разными, но они все принадлежат одному домену. И поэтому мне нужно эти домены сохранить. Например, я хочу заполнить домены в соседнюю колонку. Почему бы мне не использовать именно этот ключевое слово? Мы возьмем сейчас весь список наших найденных URL, вставим сюда и нажмем конвертировать. Как только мы все это сделаем, мы увидим, что все URL получилось вытащить целиком. То есть вы видите, есть повторы. Наша задача просто их скопировать и, конечно же, их попросту вставить. Ну, если мы хотим посмотреть каждый домен отдельно, тогда наша, конечно, задача взять и убрать дубли. Поэтому мы можем взять конвертировать, удалив дубли. Теперь я могу скопировать все домены, которые найдены здесь, допустим, на отдельный лист. Вот, собственно, они и получились. Как вы видите, есть домены некоторые с 3W, некоторые без 3W. Иногда бывает, иногда, что некоторые сайты могут иметь ошибочно версию 3W, не 3W, поэтому можете нажать кнопочку «Удалить дубли», и будут удалены те дубли, которые имеют именно... То есть мы оставляем «Удалить дубли», и удалим 3W, конвертируем и убираем все вариации дубли. Также есть такая функция, в нашем примере, конечно, не встречается, это «Удалить поддомен». Оно позволяет удалить поддомены все с вашего сайта. Это касается всяких сайтов WordPress, тому подобные, сайты 2.0, тому подобные, форумные какие-то поддомен сайты, и позволяет их удалить. После того, как вы вытащили все уникальные домены, вы можете, конечно же, удалить HTTP/HTTPS из сайтов, то есть вы можете, допустим, оставить HTTP/HTTPS, то есть конвертирование останутся. Зачем это нужно? Иногда нужно выделить HTTP-версии, HTTPS-версии сайта, но по умолчанию галочка отключена. И функция, позволяющая разбить по 200 доменов, делает разбивку по нескольким группам. То есть, например, если бы у нас дублей не было, получилось бы у нас как минимум несколько групп, как вы видите, разбивает на несколько групп. Зачем это нужно? У Ahrefs есть соответствующий функционал Batch Analysis. В нем вы можете закидывать до 200 доменов непосредственно. То есть я могу взять, допустим, скопировать 200 доменов, вставить их сюда и проверить. И система, проверив все данные, покажет вам исключительно всю информацию по всем доменам. То есть вы можете просто уже скачать и работать с этими доменами полноценно дальше. Собственно, утилита простая. На этом все. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, на наши подкасты. Мы также активно ведем телеграм-канал. И, собственно, до новых встреч!